Здравствуйте, меня зовут Чебура Дмитрий. Я представляю свой коктейль Сентера, который я сделал специально для конкурса Friends Cup, который пройдет 6 февраля в коктейль-баре Friends. Так, мой коктейль состоит из максимально простых ингредиентов. Это проекция воспоминаний человека, который он хранит всю свою жизнь, начиная с детства. Простые вкусы, такие как мандарин, шоколад, ваниль. Все это подчеркивается прекрасным ромом Бакарди, усиливается и превращается в то ожидание, в те воспоминания, в те чудные мгновения в детстве, когда вы вам хотели подарить какой-то, например, подарок или что-нибудь еще, и вы этого очень долго ждали. И тут вспомните эти чувства, эти эмоции, которые вы испытывали, предвкушение. Перед тем, как получить что-то заветное. Это всегда здорово. Это и есть мой коктейль в целом. Итак. Перед первым глотком закройте глаза и сделайте его поглубже, пожалуйста.